Как важно и сложно найти человека, с кем можно по жизни шагать не год и не два, а не меньше полвека. Поздравления с 50-летним юбилеем свадьбы сегодня принимает семья Никифоровых. В 72-м познакомились, через полгода поженились. Вспоминают, как много проводили времени вместе. Ездили на велосипедах, ходили в походы, катались на лыжах. Работали тоже всегда вместе. Готовы вместе. Вот. Я там картошку чищу, она вот у меня мясо разделывает или еще что-нибудь. Или котлеты там крутим вместе. Да, сообща. Мы как-то все вместе. Елена Викторовна и Виктор Геннадьевич – участники Одинцовского клуба «Активное долголетие». Компьютерную грамотность и фотостудию освоили, сейчас занимаются скандинавской ходьбой. Еще вам 50 лет совместной жизни. 50 лет. Хорошо. Мои занятия не пропускайте. Да, постараюсь. Очень рад. В этот день поздравить пару и разделить с ними праздник пришли одноклубники. И поделились с нашей съемочной группой своими наблюдениями за супругами. Всегда друг друга поддерживают. Если кто-то отстает, допустим, у нас на тренировках, второй тут же подходит, сопровождает, помогает, подбадривает и друг друга еще подтрунивает. Ага, отстаешь. А вот в домашних делах Виктор Геннадьевич не отстает от жены. За столько лет совместной жизни его фирменным блюдом стал плов. И за праздничным столом без него тоже не обошлось. Гости хвалили угощение и желали юбилярам отметить и бриллиантовую свадьбу. Ольга Дмитриева, Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».